Особый момент предвыборной кампании. Сегодня бюллетени для голосования передали из типографии в территориальные избиркомы. Точное число бюллетеней – 1 миллион 84 тысячи. Из них почти 139 тысяч изготовлены для голосования с помощью КАИБов. Автоматизированные системы приема бюллетеней будут задействованы в Коврове и Александрове. 2 недели остается до начала голосования на выборах президента Российской Федерации. И сегодня мы передаем спецсвязи бюллетени, которые в течение недели будут доставлены во все территориальные избирательные комиссии. Основная масса бюллетеней в ТИКе поступит уже сегодня-завтра. Вероятность вброса поддельных бюллетеней исключена. На настоящих – уникальная защита, начиная от особой фоновой сетки, которую наносят в типографии, и заканчивая специальным знаком, который наклеивают за несколько дней до начала голосования. Также на избирательный бюллетень будет наклеена защитная марка. Члены участковой избирательной комиссии, каждая участковая комиссия поставит свои подписи, 2 подписи членов и печать членов участковой избирательной комиссии. Кстати, в этом году Владимирская типография отработала без брака. Ни одного испорченного бюллетеня. Столь высокая результативность – заслуга современных технологий. Максимальная компьютеризация и автоматизация процесса печати позволяет избегать досадных ошибок. В выпуске тиража было задействовано всего 10 человек. Мы сделали оттиски, отвезли в избирательную комиссию, они подписали бюллетень, утвердили, после этого мы продолжили печать. Во время процесса печати бюллетеней присутствовала пост охраны милиции, которая круглосуточно охраняла. В соответствии с планом управления спецсвязи, основная масса бюллетеней должна поступить в территориальные избирательные комиссии до конца этой недели. Самые дальние точки маршрута – Александров и Гороховец. Но в эти города документы привезут не позднее 5 марта. Все бюллетени будут доставляться специальным специализированным транспортом, оснащенным системой ГЛОНАСС, под диспетчеризацией центрального аппарата. Не впервой нам избирательная комиссия доверяет доставлять столь ценный груз, соответственно, мы оправдаем доверие. В управлении спецсвязи признаются, внешнеполитическая обстановка сейчас напряженная, но за сохранность ценного груза можно не переживать. Сотрудники вооружены и находятся в режиме повышенной бдительности. В доставке бюллетеней к избирательным участкам задействованы почти 30 специалистов и 6 единиц техники. Разгрузку в территориальные избирательные комиссии производят также собственноручно. Сегодня мы получили избирательные бюллетени от избирательной комиссии Владимирской области с помощью организации по доставке, с помощью спецсвязи. Далее бюллетени будут 13 марта переданы участковым избирательным комиссиям. На участках бюллетени возьмут под охрану сотрудники органов внутренних дел. Напомним, выборы президента пройдут с 15 по 17 марта. Илья Морозов и Артем Михайлюта.